Thank you.
Добрый осенний вечер. Да, вы знаете, вот пролетел год, и вновь мы собрались. Может быть, не все, кто был назад, но, надеюсь, все, кто хотел сегодня быть с нами. О себе что могу сказать? Пару дней назад у меня был день рождения. Кстати, он нашего барабанщика тоже 29-го был, поэтому можем его смело поприветствовать. Вы знаете, вспоминал, накануне дня рождения часто приходят всякие разные мысли, и вот вспоминал, что 17 лет назад мы с Димой Власенко, ровно 17 лет назад, мне тогда было 30, был первый концерт наш совместный, да? Вот. И приятно, что проходят годы, а люди все те же. Это здорово. Ура! Мы постарались сегодня приготовить разную программу. Немного джаза, немного латино, немного этнической музыки. Одним словом, все то, что дорого и близко нашему сердцу. И я очень верю и надеюсь, что это будет близко и вам. Одна из композиций, которые не так давно написаны, она вошла во второй мой альбом «Цветные сны». Называется она «New Day» — «Новый день». Thank you.
Ну и старый добрый стандарт Route 66. Наверняка многие его знают.
вместе собрались. Вы знаете, тоже одна из моих любимых вещей, написал ее где-то я лет 5, наверное, назад. Она такое носит нежное название «Босса мама». Посвятил ее мамочке моей дорогой. Вот она, кстати. Приехала из Кайкова. «Босса мама». Thank you.
композиция из моего дебютного альбома. Это было в 99-м году, очень уже давно. Но как-то она, я ее люблю, она мне по-прежнему дорога. «Рандеву». Thank you.
Виталий Витальевич. На перкуссии Виталий Витальевич у нас, да, загадывайте желания, срочно. Спасибо, друзья, спасибо большое. Знаете, очень давно люблю творчество потрясающего аргентинского гитариста Луиса Салинаса. Если кто не знает, очень рекомендую. Потрясающий, виртуозный и очень нежный и очень чувственный музыкант. У него масса альбомов, очень красивая музыка. И вот сегодня вечером с удовольствием хотелось бы исполнить композицию, его авторскую композицию. Она называется «Сальса пара вольвер». «Сальса, чтобы вернуться». А, конечно же, о любви.
partido y eso digo siempre. Играть разную музыку, и то ли может быть годы работы, то что мы проработали все-таки около больше 15 лет в театре национального искусства, и сначала это был государственный театр фольклорной музыки под управлением Владимира Назарова, многие знают, конечно, вот, видимо, это мы впитали, естественно, не могли не впитать в себя то, что в этих стенах всегда звучала музыка разная, и при всей любви и к джазу, и к латиноамериканской музыке, которую невозможно не любить за ее солнце, за ее... От нее просто брызжет любовью и энергетикой. Вот, конечно же, всегда приятно возвращаться к родным истокам. И сейчас как раз наша такая традиционная страничка этнической русской музыки. И я с удовольствием приглашаю на сцену бессменного, хотел сказать, фронтмена, но, наверное, правильно сказать, фронтвумен, нашему проекту «Груня», семейному проекту, уже больше 10 лет. Елена Кись на сцене, прошу.
песни. И сама я закурила за кафедром. Ну, теперь еще одна белгородская песня. На сей раз про молодую даму, которую зовут Федора. Первый год, ну, кто ходит в курсе, выступает рядышком. Вот. Учится на гитаре, но страсть к барабанам не прошла. Когда меня спросили, это ты его учил, я говорю, нет. Он с 3 лет очень пристально смотрел Super Natural Leaf Сантана и как-то так впитал в себя. Сегодня мы с ним сыграем одну из, пожалуй, наших самых любимых композиций, которую обычно играем на этнических фестивалях. Мне, моему сердцу тоже очень близка эта вещь. Русская фантазия.
Ну куда ты ушел? Ну поклонись уже. Thank you.
Thank you.
Спасибо огромное. Это композиция была «Трэшман», тоже такая из давних-давних, наверное, конца 90-х. Норман Браун такой потрясающий смут-джазовый гитарист, тоже очень люблю его творчество. Это вот как раз его композиция. Вы знаете, очень люблю следующую балладу, которая вот сейчас прозвучит. Я надеюсь, что вам она тоже очень понравится. My Funny Valentine. Thank you.
Thank you.
Сальса, ребята. Я знаю, что многие очень любят, а некоторые вот там вот на галерке, да, вот девушка в белом, да-да-да, очень даже. А это, все помнят, да, основные движения? Дима, пожалуйста. Да-да, конечно. Нет, я не танцевать, я пошел в групп, дайте нам, пожалуйста. Thank you.
составе есть потрясающий музыкант, такого добродушного и веселого человека, я, честно говорю, не часто встретишь. Игорь Тукало! Мало того, что он великолепный аккордеонист, мало того, что он блистательный пианист. А он... как готовит? Я буду знать. Я зайду на ланч. Он очень прекрасно поет. И сейчас в его исполнении прозвучит потрясающая веселая песенка. И я вас очень прошу, не теряйте времени даром. Потанцуйте. Игорь Тукало, басином. Солнцем. 20 лет прожил в Мадриде и вернулся. Правда? Вернулся в Россию. Соскучился. Спасибо, дорогой Игорек. Вы знаете, друзья, еще один сюрприз. Я надеюсь, он будет очень приятным для вас. Буквально пару лет назад, если я не ошибаюсь, в этом же самом клубе, я познакомился, вернее, нас познакомили, так получилось, с замечательным парнем, певцом. Да. Вот уже тут наши агенты знают уже, о чем речь. Он наполовину колумбиец, темпераментный горячий парень.
А наполовину он русский человек, мама русская, душа русская, как он говорит сам. На протяжении последних 2 лет мы очень тепло и хорошо сотрудничаем. У нас есть и взаимопонимание, и общее чувство и вкуса, и стиля. Не буду вас долго томить. Дмитрий Лебаяров, прошу на сцену. Я сегодня тоже пришел поздравить старшего брата. Виталий, все, что ты сказал, я тоже хотел сказать, поэтому ты у меня все отнял, не знаю, что. Так что мне приходится только сказать все с... Придется только объявить, что, что ты будешь петь, да? Dilo en español y ya está. Песня называется Sway, вы ее все знаете, но оригинал называется Quien será. Quien será. И вот поэтому тут будет и испанский, и английский. Пожалуйста, Quien será.
счастья, здоровья, все, что желаю в таком замечательном дне. Но самое главное, я знаю, у тебя есть очень много проектов. Это гениальные, гениальные идеи и проекты. Я надеюсь, что постепенно они будут превращаться в реальность. Дорогие мои, ну вот, в общем-то, подошел к завершению наш вечер. Я безмерно счастлив, что я встречаю его со своими дорогими друзьями, музыкантами. Я их обожаю. Честно, прилюдно говорю, я вас люблю. Спасибо, что вы со мной, и спасибо, что со мной вы, дорогие наши зрители, ибо все наше искусство без зрителя, увы, бессмысленно. Поэтому спасибо, что вы с нами. И я с удовольствием хочу еще раз представить всем, кто сегодня отдавал душу и сердце и сделал этот вечер. Прошу, друзья. Siempre en mi piel.
Спасибо, дорогие друзья. Обязательно напишите нам в Facebook или куда-нибудь, понравилось ли вам. Я надеюсь, что понравилось. Следите за нашими афишами. До новых встреч!